Фильмфор представляет. Совершенство. Да. Чем занимаешься? Чем? Вожусь с компьютером. А ты что делаешь? Ничего особенного. Приезжай домой. Я не могу приехать домой, потому что я работаю. У меня работа. Сколько раз тебе говорить? Я не могу поехать домой. Но если ты хочешь меня видеть, можешь сама приехать сюда. Увидимся. Как у тебя дела с Рэйчел? Тебе чертовски повезло, парень. Она восхитительна. Хорошо. Привет. Привет, как ты? Хорошо, спасибо, а ты как? Нормально, выглядишь восхитительно. Спасибо. Принести выпить? Да, пожалуйста. Хорошо. Удивлен? Не думал, что ты решишься. Значит, я попалась на твой блеф. Сделаешь кое-что для меня? Давай, сделай. Приласкай его. Вот так? Поласкай. Видал, Пит? У нее офигительный талант. Ага, этот талант сегодня целый день пялился на стену. Фигня, у тебя интервью завтра. Сегодня. Сегодня? Я думал, завтра. Хочешь еще выпить? Который час? Что будешь пить? Ничего. Принеси мне еще, пожалуйста. Тебе не жарко? Да. Тогда сними рубашку. Семнадцать сорок, сэр. Пожалуйста. Спасибо, всего доброго. Хорошо, приятель. Что? Ничего. У нас нет выпивки. Водки? Отлично. У нас жарко. Тебе жарко? Нет, я в порядке. Насладилась? А мне это нравится. Лед. Ты их видел? Кого? Муравьев. Какие муравьи? Я избавился от них. Они вернулись, они повсюду. Посмотри. Я их выгоняю, а они не уходят.
Голоден? Нет, спасибо. Что ты делаешь? Ничего, убираю. Хорошо провел время? Не совсем. Пока ты не появилась. Какого черта? Рэйчел, не начинай снова. Что? Это просто долбанный жест. Ни хрена не смешной жест. А как тебе это? Это смешно? Рэйчел! Отвали твою мать! Положи! Рэйчел! 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 Перестань! Хватит! Блин! Блин! Перестань! Грёбаная стерва! Тупая грёбаная блядь! Ты мне нос сломала, тупая сука! Ты этого хотела? Этого хотела, сука! Долбаная шлюха! Черт. Черт. Рэйчел, положи. Положи твою мать. Рэйчел. Тебе наплевать на меня? Не надо. Тебе совершенно насрать на меня. Мне не насрать, не насрать, Рэйчел, только убери. Ты не уважаешь меня. Я прошу тебя что-то сделать, а тебе похеру. У меня интервью, а ты даже не знаешь, когда оно. Тебе наплевать на мою жизнь. Ты смеешься надо мной. Ты издевался надо мной весь вечер. Я не издевался. Ты считаешь, что я ничтожество? Я этого не говорил. Ты мне причинила боль. Твою мать! Не надо! Я уезжаю. Позволь отвезти тебя в больницу. Нет. Тебя осмотрят. Не надо. Дай ключи. Ты не сможешь вести машину. Просто отдай ключи или вызови такси. Ничего не скажешь. Блять. Что? Чертов мобильник дома оставил. А вы могли бы снять рубашку, чтобы я осмотрела вас? Что случилось? Я подрался. А вы пьяны? Вроде нет. Вы вызвали полицию? Зачем мне это? Можно осмотреть. Я не вернусь. Я знаю, что виновата. Но если бы мы оба постарались бы... Постарались бы? Ты посмотри, в каком я грёбаном состоянии из-за тебя. Извини. Нет, мне не нужны твои извинения. Я люблю тебя. Не любишь. Люблю. Ни хрена ты меня не любишь. Я знаю тебя на зубок, и мне все нравится. Послушай, завтра у нас будет чудесный день. Нет. Мы останемся на весь день в кровати. Я приготовлю еду. Я не хочу. Я отсосу у тебя, пока ты не будешь умолять меня прекратить. Плевать. Я прочту твою книгу. Тебе сразу же станет лучше. Неужели ты в это веришь? Просто тебе надо научиться извиняться. Это не трудно. Скажи. Скажи.
Алло? Алло? Прости меня. В ролях Кейт Эшфилд, Марк Уоррен, Тоби Сойер и другие. Оператор Джулиан Курт. Композитор Энди Коутон. Автор сценария Саймон Эшдаун. Продюсер Лара Хастингс-Смит. Режиссер Ренкин.